Привет, друзья! Ну, не забудьте, пожалуйста, что 17 у нас Люции Усмановой будет открытый эфир в 20 часов. Это очень интересный человек, да. Мы задружились там, переписываемся в Фейсбуке, в личке. Да, будет прекрасная встреча, она мне какие-то вопросы задаст, Люция. Я на эти вопросы должен ответить, и вы многое чего узнаете из вопросов и ответов. Да, будет такое общение, очень такое, диалог будет интересный. И, пожалуйста, не забудьте, что через день, буквально там, в субботу, 19 числа, будет 20 часов вебинар. Да, вебинар будет потрясающий, я уже подготовил там такой контент уникальный. Ну, конечно, там набегут много людей, психологов тоже, и физиологов, там много будет разных людей, новичков. И наши участники школы, человек будущего Homo Futurus. А это не могу не похвалиться. Все время дорисовываю. Ну, как вам, нравится, нет? Или много слишком желтого? Вот Энгель, мой друг, многолетний. Ну, там, четверть века. Ну, привет, Энгель. Он мне прислал кубик. Кубик прислал. Я его поставлю на Ютубе, в Фейсбуке, в сетях. И он сделал из моих картин с музыкой еще из отца крестного. Крестный отец, помните, давно, в какие-то годы было оттуда музыка. И кубик этот вот так поворачивается, и на каждой грани моей картины. Да. Вот такой молодец, Энгель, сделал. И так это получилось интересно. Ну, посмотрите. И кто-то мне из наших участников школы написал, хорошо бы ваши картины как бы как галереи, что ли, выставили. Вот он кубик как раз сделал для того, чтобы как раз совпало. Ну, совпало вот это пожелание. Поэтому спасибо за такой коммент и как раз такое совпадение. Ну, конечно, у вас возникли сейчас мысли, случайности не бывает случайно и так далее. Ну, конечно, когда наше внимание на что-то нацелено, все туда попадает. И нам кажется, что это не случайно. Когда не нацелено, тоже туда попадает, но мы этого не замечаем. Ну, давайте, друзья, до встречи.